Я думаю, как интересно работает эффект от этой графики. Я использую старинное перо звездочка для рисования. Его нормально для рисования таких огромных листов. Вот с такой экспрессией и детализацией. Нормально, чтобы вот так прописывать тексты. И чтобы давать превосходную экспрессию в рисунке. Можно рисовать очень условно. Сочетать тексты и изображения. Архитектура как будто бы может исчезать в рисунке. Это дико круто. Пером можно размечать. Можно набирать огромное количество текстов. Можно вводить текст в декор. И получать огромное удовольствие от этого процесса. Работы продаются. Руки по такой графике на Бусти. Все ссылки в описании к видео. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.